Ну что, готовы подвести итоги прошлой недели? Мы подготовили для вас топ самых интересных и громких новостей, а выбирали их вы количеством прочтений. Что же пользовалось популярностью? Сейчас расскажем. На первое место рейтинга Нур-24 попала деликатная тема. Как оказалось, многих новоуренгойцев волнует вопрос общественных туалетов, а точнее, проблема их отсутствия в нашем городе. Незадачливый похититель топлива тоже в топе у горожан. А новоуренгойц, которого лишили бензина, отказался обращаться в полицию. Видео с места преступления смотрите на сайте в разделе «Общество». Почетное третье место занимает рубрика «Минуты истории». Свежая подборка, кстати, уже на сайте. В городской топ вошли и гороскопы. К слову, это не первый раз, когда читатели сайта Нур-24 перечитывают звездные советы. Подборка свежих также ждет вас на сайте. Автобус «Газпрома» влетел в «Инфинити». Это ДТП, равно как и сводку других дорожных происшествий, новоуренгойцы начитали в топ. Ворвалась в чарт интересов и новость о якобы похищенном ребенке на площади памяти. Мальчика нашли почти сразу, но история однозначно взволновала каждого читателя. Следом новость про нападение с ножом. Подробности происшествия читайте в разделе «Криминал». Вернули 4 миллиона за некачественно построенный дом. За подробностями идите в раздел «Закон». Неожиданная находка в мусорном баке на дыму удивила каждого. Там на морозе нашли новорожденных щенят. И снова он, мальчик, которого все новоуренгойцы знают в лицо и кого так активно помогали искать. Первоклассник Мансур из Дагестана давно нашелся и нашел место в нашем топе. На этом все. Ну а подборку самых интересных событий вместе с вами пролистала Лала Гасанова, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.